Остановлюсь отдельно, но на региональных выплатах. Это региональный материнский капитал. По инициативе губернатора с 1 января 2020 года введен региональный материнский капитал на первого ребенка, размер которого составляет 150 тысяч рублей. Есть условия предоставления данного материнского капитала. Ребенок должен родиться, начиная с 1 января 2020 года, иметь гражданство Российской Федерации, заявитель, то есть мама, в отдельных случаях, конечно, это может быть папа, но чаще всего это мама, должна проживать на дату рождения ребенка не менее 5 лет в Тюменской области. Так называемый ценз оседлости не применяется только к студенческим семьям, либо к единственному родителю. Это, как правило, очная форма обучения. На 1 сентября данную выплату уже получили 2171 семья. Уже воспользовалась правом на получение регионального материнского капитала. Также по инициативе губернатора увеличен размер регионального материнского капитала на третьего ребенка. Ранее, до 1 января 2020 года, он составлял 40 тысяч рублей. С 1 января 2020 года региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей. На 1 сентября 2020 года уже данным правом воспользовались 2897 человек.